Тихоокеанский государственный медицинский университет готовится к крупному событию в офтальмологическом обществе Дальнего Востока. Около 300 врачей из разных регионов России будут обсуждать новейшие способы диагностики, лечения и реабилитации патологии глаза. Ожидаются и зарубежные гости. Эта конференция интересна тем, что встретятся на одной площадке представители различных, будем говорить, географических субъектов. Это значит, что будет возможность поделиться опытом, мнениями, той информацией, которая накоплена за месяцы работы. В этом году ТГМУ празднует юбилей – 60-летие со дня основания. ВУЗ решил отметить столь значимую дату рядом научных мероприятий, в том числе и конференции офтальмологов. Интересно, что врачи будут не только обсуждать методы лечения в теории, но и смогут попрактиковаться. Такую возможность предоставляет Приморский центр микрохирургии глаза. В данной конкретной конференции будет использоваться опыт онлайн-трансляции операций. Прямо из операционной будут передаваться данные сюда, в наш корпус. И у специалистов будет возможность смотреть это, участвовать в этом дистанционно, комментировать и пытаться понять, как сделать лучше, чтобы это шло на благо нашим пациентам. Наши врачи с нетерпением ожидают выступлений московских коллег. Им также интересен опыт Китая. Есть чем поделиться и специалистам из Владивостока. Приморские офтальмологи выступают на различных международных конгрессах со своими наработками и встречают одобрение коллег. Сегодня технические возможности нашей клиники позволяют проводить диагностические обследования любой сложности экспертного уровня, проводить операции на глазах любой сложности у пациентов с различной патологией любого возраста, от 0 лет и до бесконечности. Соответственно, молодые будущие специалисты могут в полной мере оценить возможности современной офтальмологии, чтобы сделать правильный выбор в своей будущей профессии. Приморский центр микрохирургии глаза является клинической базой ТГМУ, где проходят как практические, так и теоретические занятия для студентов 4-5 курса. Здесь же ординаторы проходят постдипломную подготовку. В рамках конференции в режиме онлайн проведут не одну, а сразу несколько операций. В нашей операционной одновременно несколько хирургов будут проводить различные операции по удалению катаракты с имплантацией премиальных, мультифокальных и торических линз. Будут проводиться операции на сетчатке при диабетической ретинопатии. Будут проводиться операции, связанные со слоикой сетчатки. Такие конференции, где обсуждаются и демонстрируются последние достижения медицины, необходимы для любого врача. Интересно, что еще 6 лет назад самыми высококлассными офтальмологами на Дальнем Востоке считались специалисты из Хабаровска. С открытием Приморского центра микрохирургии глаза вектор смещается во Владивосток. Сегодня уровень специалистов, технологии и оборудования, а также номенклатура проводимых в столице края операций и обследований ничем не уступает известным мировым клиникам. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.